Всем привет, с вами канал AlexDentro, и сегодня я расскажу вам о том, как легко победить меса в битве замков, события гильдии «Битва с боссом». Итак, битва с боссом, вот сразись с боссом, да, событие называется, проходит каждый день, раз в день можно его запускать. В нашей гильдии время установлено 9 часов вечера. Вот, как вы видите, третий босс. Четвертого пока еще не все тянут, хотя есть игроки гораздо покруче, чем я. Но начнем с нашей команды. Как вы видите, у меня команда из 6 игроков, да, и есть паладин. То есть практически все герои вот, легендарные. Есть череп такой хороший, Арест, да, ниндзя. Почему именно паладин? Ну, допустим, почему не череп? Череп у меня пока еще слабоват. Я его докачаю и уже завтра, послезавтра поставлю обязательно вместо паладина. А так, паладин здесь выступает в роли щита. Он танкует. У него хорошая магия делает на себя защиту. И, собственно, принимает на себя весь урон. Основной, который будет наносить нам мес. Вот. Остальная же команда нужна мне для того, чтобы оглушать меса. Вот. Давайте посмотрим самих месов. Вот четвертый, да, босс. Максимальный урон 20 тысяч проходит. То есть сколько бы ваши герои не били, 20 только проходит. Ой, 40 точнее. А у этого 35. И все. Ну, как бы, давайте попробуем. Посмотрим, что же получится. Сначала выпускаю, значит, танка. Первый герой, который появился, будет являться основной целью для нашего босса. То есть если бы я выставил тыкву или там рыцаря, босс бы сначала бил именно их. Затем сразу же я использовал, как вы видели, ангел-хранитель, да? То есть на 5 секунд, на 6 там, получаем абсолютную защиту от урона. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы, скажем так, запустили все наши способности. Вот князь тыква, да, запускает свои способности основные. Ну и дополнительные герои все тоже используют свои таланты. Как вы видите, бой идет достаточно спокойно и предсказуемо. Мес не наносит нам много урона. Друид успевает всех пополнить. И, собственно, вот такая вот схема. Ну что, давайте посмотрим, что у нас за герои. Так, наша команда, давайте посмотрим особенности этих героев. Князь тыква. Основной навык всем дружеским юнитам увеличивает на 40% силу атаки, скорость перемещения. То есть мы получаем практически полторы команды вместо одной команды, так сказать. То есть усиливает очень сильно, очень помогает в любых ситуациях. То есть этот герой, скажем, должен быть в любой команде. Дальше. Паладин. Вот. Снижает получаемый урон на 65% в течение 5 секунд. Ну, очень-очень хорошо танкует. То есть у него, давайте посмотрим, вот его параметры, да. Получает плюс 20 тысяч еще жизни за счет только одного просветления. Его бьешь-бьешь, и убить никак не получается. Дальше, что еще у нас тут есть за герои? Герой фараон. Делает песчаную бурю, создает, да? И в кому на одну секунду, то есть оглушение. Оглушение на одну секунду. Дальше, молот бури на 3 секунды. Рыцарь в битве меса тоже является ключевым персонажем, так как у него очень большой период оглушения, целых 3 секунды. Ну, понятно, что нам нужен друид, чтобы всех лечить. Да? Так, и еще у нас был такой вот дядя Бог Грома. Тот же эффект, 1,5 секунды оглушения. И когда мы бьем босса, да, все эти эффекты накладываются по оглушению, и босс практически больше половины времени проводит в оглушении. И мы его спокойненько бьем, не прерываясь, все 2,5 минуты.
Подведем итоги. Значит, для победы над мясом нам необходимо следующее. Первое. В команде должен быть танк, который будет принимать на себя основную часть урона. Также в команде должны быть персонажи с оглушением, со станом, да, как их еще называют. И желательно, чтобы был князь тыква, так как он усиливает всю команду. Ну, понятно, что если вы будете бить слабых месов, то вам и обычной команды любой хватит. А если мес более-менее крепкий, то желательно, чтобы это все было выдержано. Так как если вы будете бить постоянной командой, без перерывов, да, то у вас будет максимальный урон. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!